Я пишу тебе письмо ручкой на бумаге в клетку. До сих пор не понимаю, как расстались мы с тобой. В отношениях между нами я подбрасывал монетку, сам того не понимал, но какой я был слепой. Готовы? Скоро, скоро, скоро я приеду за тобой и возьму твою ладонь, свою ладонь. Взглядом, взглядом, взглядом снова встретимся с тобой и растопит лед любовь. Я пишу тебе открытку ручкой на бумаге чистой, но ложится на бумагу текст какой-то не такой. Проведенное с тобой время пролетело быстро, и тебя я не услышал, но какой я был глухой. Скоро, скоро, скоро я приеду за тобой и возьму твою ладонь, свою ладонь. Взглядом, взглядом, взглядом снова встретимся с тобой и растопит лед любовь. Еще раз давай вернемся вместе. Отлично! Очень хорошо получилось. Кто не верит, может выйти посмотреть на сцену. Вот тут что-то такое. Я по почте посылаю свои чувства всем посылкам. И, конечно, сомневаюсь, нужен ли подарок мой. Но я прошу, мою любовь, ты не клади в свою копилку. Ты послушай сердце и спеши. Постой. Скоро, скоро, скоро я приеду за тобой и возьму твою ладонь, свою ладонь. Взглядом, взглядом, взглядом снова встретимся с тобой и растопит лед. Yeah, boy.